Еще одного нашла. Тоже, по-моему, польский. Срезаем польский. Вот такой. Ведерко пополняется мое. А я здесь похожу немножко. Стали появляться здесь грибочки. Стали появляться грибы. Ой, хочет солнышко вылезти вон там. У нас местами по стране передавали дожди сегодня. Но, слава богу, у нас нет. Нет дождей. И в лесу, вы знаете, не очень и сыро. Я думала, здесь будет вообще болото. А я одела галоши свои. Оделась как на зиму, как зима-лето попугай. Двое носков, двое штанов, зимнюю шапку. Утром ехать было очень холодно. Я не знаю, сколько градусов было. Наверное, 2-3 градуса тепла. Сейчас градусов 6. Но все равно, вы знаете, не очень холодно. Хоть и ветерок есть, но не очень холодно. Здесь тоже, наверное, лес вырезали. Вон что. Катакомбы. А я, по-моему, здесь была. О, медведь ходит в лесу. Видите? За деревьями мишка лазит. Медведь с ведром. Муж мой появился. А я думала, это медведь. Вон сколько грибов. Ложная лисичка. Все это ложная лисичка. А там что это? Пройдусь. Опята, не опята. Сейчас. Да какие там опята? На куске непонятно чего. А вот это что за грибок? Ядовитый. Это думала опята. Опята здесь же расти не могут. На куче мусора какой-то. О, муж мой лазит. А я думала, медведь. Ой. Ну, я думала, медведь. А посмотрите, сколько здесь грибов. Посмотрите. Сколько здесь грибов. Все желтенькое. Желтенькое, желтенькое. Но это ядовитые грибы. Зато как красиво. Зато как красиво. О, везде они. А ни одну лисичку не нашла. Вы знаете, лисичек нет. Лисичек нет в лесу. Ну, а я продолжаю собирать грибочки. У нас немножко уже распогаживается. Сейчас вот так покажу вам. Видно вам или нет? Что вам видно? Я сама не знаю, что, друзья, я снимаю. Немножко насобирала. Мужа не вижу. Где он ходит? Куда иду, сама не знаю. Хотела здесь немножко пройтись. Ой. Вдоль дороги, куда зашла, пока поговорила с вами. Сама не знаю, что это за грибок. Так, ядовитый. Думала, подзеленка. Ой. Думала, подзеленка. А где мой муж? Не видно совсем его. Ой. Ой-ой-ой. Канаву перейти надо. Надо перейти канаву. Здесь дорога. О, видно вам? Дорога. Я сама не знаю, что снимаю, друзья. Камера не умею пользоваться. Что наснимаю, то наснимаю. Сейчас переверну на другую сторону, так как не вижу себя. И не вижу, что снимаю. Вот так. О, какие лужи. Перевернула на другую сторону камеру. Пройду здесь, вдоль дороги. Может, здесь что найду. Ноябрь месяц, друзья, ноябрь месяц. Хожу, любуюсь красотой природы. Здесь кто-то поворачивал вон. Наверное, кабаны ходили.
Грибов не вижу. Где грибы? Куда муж пошел? Его и не видно. Он знает свои места. Как я уже сказала... Ой, шапку поправлю. Как я уже сказала, он здесь местный. Он все места свои грибные знает. А я здесь жду. А я здесь что? Куда привез, там и хожу. Там-сям походила. Недалеко от мотоблока. И все. Ой, ой, ой. Много деревьев, которые поворачивались ветром. О, приходится их переступать. А ноги уже не поднимаются. А ноги уже не поднимаются. Что-то я грибов здесь не вижу. Где грибы? Где грибы? Не видно грибов. Никого не видно. Людей нет, животных нет, мужа нет. И грибов нет. Одна я. Одна я. Лажу по лесу. Даже грибов. Вон какой гриб. Ядовитый. А где съедобные грибы? Вы знаете, я не люблю ходить по лесу, когда под ногами мох. Так тяжело ходить. Ноги грузнут во мху. И не поднимаются. И ноги не поднимаются. Походила, побродила, грибов не нашла. Снова иду к мотоблоку. Хорошо, что погода сегодня хорошая. Не холодно, но на этой неделе уже похолодает. Уже передают морозы и снег. Скоро будет зима. Скоро будет зима. Но у каждой поры года, друзья, своя благодать. Осенью хорошо и красиво. И зимой красиво. Летом своя красота. А весной своя дорога, по которой мы с мужем едем вглубь леса. Все дальше и дальше. Все дальше и дальше. А я вот так похожу, запыхаюсь. Мне обязательно нужно передохнуть. О, лес весь вырезан. Раньше такой лес здесь был. Столько здесь было грибов. Сейчас вот такими плантациями повырезали лес. И здесь ничего не растет. Грибов нет. В этом лесу. Вон мухомор один только вижу. Ой, возле вот этой березки. Красота какая. Посмотрите, какие березки. Молоденькие. Ой, а ведро у меня все тяжелее, тяжелее становится. Пройду здесь вдоль дороги. Может, какую зеленку, под зеленку найду. Но я ее не вижу. Но я ее не вижу. Где грибы? А сейчас мой муж придет, пол ведра принесет грибов. Он взял с собой 20-литровое ведро пустое. А полное, которое с грибами, стоит на мотоблоке. Пройдусь еще на ту сторону, может, там что найду. Вот на этой стороне. Хотела свои эти грибочки пересыпать. Мне так тяжело их таскать. Пол ведра нет, но, вы знаете, тяжеловато что-то таскать их. Я, наверное, уже состарилась. Все-таки. С каждым годом силы все уже совсем-совсем не те. А здесь кто что навырезал? Одни корешки. Я вырезала или муж. А может, грибники ходят. Солнышко, друзья, солнышко вылезло.
Посмотрите, какая красота, солнышко. Вот такая у нас погодка. Вот там, за деревьями. Ой, посмотрела на солнце, а теперь ничего не вижу. Вылезло солнышко. Где грибы? А что, что такое? Это, наверное, муж все грибы пособирал. О, тут тоже кто-то что-то резал. О, наверное, здесь был мой муж все-таки. Не пойду дальше тогда. Вот здесь покажу. Вон сколько грибов. Ядовитых полным-полно. О, 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 о. Ой. Ядовитых полным-полно. И здесь вон какие-то. То ли сыроежка, то ли что. Не знаю. Что не знаю, то не беру. Ой, где мой муж? А я все ведро на руку. То в руку, то на руку надеваю. Где мой муж? Где грибы? Опять дерево, опять надо переступать. Ой! Опять переступать. Вон какие сосны молоденькие, красивые. Вон какая красота. Вон какая красота. Ну и так, слава Богу, друзья, что в ноябре месяце есть еще хоть какие-то грибы. На сковородку мы себе, конечно же, уже набрали. Почти полтора ведра. Сейчас еще муж что-нибудь принесет. Да не на одну сковородку. И на супчик. И пожарить. Еще у меня в морозильнике лежат грибы. Мне муж принес, был 3 ведра. Что-то был, засушил, посушил. А что-то отварила, я заморозила. Так что грибы у нас есть для разнообразия. Вот какой-то грибок нашла. Синячок. Польский. Сейчас возьму нож. Я его срежу. Вот такой грибок. Шляпка там осталась. Чистенький. Положу в ведро. Ну а я шла-шла, друзья, по лесу. И вы знаете, как не запечатлеть вот такое дерево. Посмотрите, что происходит. Сколько ему лет, вот этому дереву. Мох на нем, мха наросло. Поближе подойду. Как елка, посмотрите, какая красота. Какой толщины. Руками не обнять. О, дуб что ли. Наверное, дуб. Вот такой красивенный. Решила вам его показать. Я немножко масля там насобирала. Хожу вдоль дороги. И увидела такое дерево красивое. Думаю, надо его заснять. Посмотрите. Просто прелесть. Иду дальше. Маслят немножко набрала. Вон. Вдоль дороги. Сейчас еще там пройдусь. Пришлось сюда спуститься. Ой! Как назад подняться. Ой, этого я не знаю. Как подняться назад, этого я не знаю. Мужа до сих пор нет. Вообще никого не видно. Я вот тут маслята собираю вдоль дороги. Вдоль дороги. Похолодало, вы знаете, что-то я стала замерзать. У нас с завтрашнего дня начинается похолодание. Может быть, это оно уже и есть. Здесь кто-то лазил. Грибочки наскидал. А я здесь вот так по краешку хожу.
Там дальше в лесу ничего нет. Я уже все обошла, все, что можно. А здесь вдоль дороги нашла целое семейство. Вот еще. Целое семейство маслят. Вот еще вижу. Ой. Вот оно. Видно вам, где мой ножик? О, какая красота. Два. Возле такой красивой сосенки. Сосны молоденькой. Ой, сейчас все это я вырежу. Вырежу целое семейство. Один. Вот. И здесь. Ой, сейчас почищу немножко. Вот такая красота вот. Одной рукой неудобно, одной рукой снимаю вам. Все хочется показать. Вот такой масленок. Вот. Дальше пройдусь. Дальше пройдусь, может, еще что найду. Может, еще что найду. Здесь какая-то канава. Вот там растет гриб или кто-то выкинул. А мужа так и нет. И люди не поехали в лес после вчерашнего ливня. Так лило с ведра. Как с ведра. Лило, лило, как и с ведра. А здесь, ой, посмотрите, яблочки. Райские яблочки. Видно вам или нет? Да, не пойду дальше. А где? Вот это, наверное, яблонька. Маленькая, потому что вот эта большая, это сосна. Это сосна. Где еще маслята? Вот это, наверное, масленок нет. Посмотрю. Наверное, молоденький. Вот так с корешком его. Да, молоденький масленок. Руки у меня грязные уже. Сейчас обрежу. Брошу сюда. Руки грязные. Маслята вдоль дороги. Вот дорога. Хожу и собираю здесь. А потом схожу на ту сторону. Посмотрю. Я далеко от мотоблока не отхожу, друзья. Не отхожу. Там все оставила. Телефон там у меня. Мало кому приспичит. Вот еще один масленок. Молоденький. Масленый. Вон какой. Совсем. А вот еще рядышком. Еще один. Маслята есть. В лесу в ноябре месяце. О. Вот еще молоденький один. Я маленький тоже беру. Маленькие тоже вкусные. Хоть муж говорит, их чистить плохо, но я их чищу. Ой. Еще пройдемся. Здесь вот молоденький. Вот он, красавец. Вот он, красавец, грибочек. Так, друзья, насобираем немножко себе грибов. Все, не с пустыми руками вернемся. А здесь, вот посмотрите, его-то и не видно. Вот под этим деревом, под листочками. Вот он, красавец, сидит. Тоже молоденький масленок. Вот еще один. Молоденький совсем. Корешок земли оставила. Вот он. Но здесь, если поискать, можно еще найти. Они под листиками попрятались. Попрятались под листиками. Вот они, посмотрите. Два брата или две сестрички. Видите, как сидят? Один возле одного. Красота, да и только. Срезаем. Все.
что у нас пойдет в сковородку. Жареха будет с картошечкой. Объеденье. Вот еще один. Молоденький. Совсем-совсем один здесь сидит. Вот он, красавчик. А зеленок и подзеленок, вы знаете, я и не нашла. Нашла два штуки подзеленки, но это оказались ядовитые грибы. Муж забраковал и выбросил у меня с ведра. Оказывается, я не знаю, как выглядят подзеленки. Дальше пройдемся. Может быть, еще здесь маслят найдем. Вот так вдоль дороги хожу. Мужа звала, звала. Не откликается, куда пошел. Я не знаю. Я одна в лесу. Одна одинехонька. Может быть, медведи какие есть. Одна одинехонька. Может быть, кабаны какие-то есть в лесу. Медведи, волки, лисы. Я не знаю. Никого не видела. Идет, друзья, мой муж издалека, сдалека. Куда ходил, непонятно. Несет с собой 20-литровое ведро. И сейчас, наверное, полное его принесет. Ой-ой-ой, а я так далеко ходить не могу. Вот мотоблок. Вот он. 300 метров в одну сторону, в другую, в третью, в четвертую. И вот так я обхожу весь лес. А он куда пошел? А я ему кричала, кричала, он не отзывается. Ой-ой-ой-ой-ой. Еле тянет то ведро. Мне отсюда видно. Я не полное насобирала. Пол ведра только, вон. Мои грибы. В основном маслята. А он куда ходил, я не знаю. Сейчас уже почти 2 часа дня. 2 часа дня. Уже кушать хочется. Мы еще и не завтракали сегодня. Так голодные и поехали в лес. Сейчас придет, скажу, чтобы перекусили. Потому что есть хочется. Я только хожу, воду пью холодную. О, он по краям. На одну сторону, на вторую сторону. Ходит, ищет грибы. Видно вам или нет моего мужа. Сейчас вам его увеличу. О, видно вам? Где он там? Пропал, в лес пошел. Хотела вам поближе показать. Исчез мой муж в лесу. Вот так. Но, как я говорила, мой муж здесь знает все места, потому что он, друзья, в лесу работает. Вот это все его делянки, он здесь лес резал. Все повырезал. Ну, конечно же, не один. Со своей бригадой. Ой-ой-ой-ой-ой. Еле-еле тянет. Неужели 20-литровое ведро набрала? Я буду удивлена. Хотя, конечно же, не очень. О, видите? И с руки в руку перекидывает то ведро здоровенное. Сейчас еще раз увеличу, покажу. О, еле идет. Находился по лесу. Я немножко с отдыхом. Похожу, похожу, да и сяду. Сейчас посмотрим, что набрал. Что набрал? Ой, ой. Ну, у нас на дороге такие лужи. Мы туда ехали. Этот самый прицеп с мотоблока чуть не переворачивался. Мне так страшно. Как назад ехать, я не знаю. О, опять что-то увидел. О, а говорить ничего не вижу. В очках ходит. О, поплелся. А я там ходила, ничего не видела. Я же обходила и там, и так, кругом. И здесь, там, 300-400 метров, и в ту сторону, и в ту, и в ту, и ту. И везде, короче говоря, и везде. Вот сейчас постою, подожду его. Посмотрим, что набрал. О, зашел в лес. Что он там берет, я не знаю. Как он видит те грибы? Я когда осень, и когда листья
лежат уже все на земле, когда осыпаются вот так. Я уже тогда ничего не вижу. Могу увидеть, но это если большой грибок или если хорошо приглядеться. Если хорошо приглядеться. О, какие сосны. Не налюбоваться природой. Не налюбоваться природой. Не знаю, когда в следующий раз я попаду в лес. Хочется ездить чаще и чаще, но не получается. Точно полное ведро тянет. По выросленной делянке ходила. О, посмотрите, сколько грибов набрал. Зеленки, правду я говорила. Полное 20-литровое ведро почти. И даже опять набрал где-то. Какая красота. Вот. Ура, а это мои грибочки. И мы не с пустыми руками сегодня. Мой муж грибов набрал. Ездил на грибалку в лес. Грибы гребсти. А я только воздухом подышать. Ой. Так что, люди, мы не с пустыми руками. 2,5 ведра набрали уже. Это точно, потому что это большое у него 20-литровое ведро. Ой. Кушать будем, есть хочу. Конечно. Да, ну, а посмотрите. Ты а ты работала, говорит. Смотрите, сколько я грибов набрала. Во. Нифига себе. А это что маслёт, такое? Маслята, наверное. Где ты наколупала? А вот тут вдоль дороги. По выраженной делянке? А вот тут ходила. Вот, вдоль дороги. А ты такого да. Почистишь, малого? Почищу. Знаешь, как вкусно будет. С картошечкой. На. Это мой ножик. Ведро с картошечкой. Ну что, едем еще дальше? Или ведро все? Я конфискую тебе. Муж говорит, ведро заберу. Теперь куда мне собирать грибы? Вон, пакет сюда пересыпать я. Можно. Сюда чуть-чуть насыпать. А что я с таким ведром ходить буду? Нет, мое пересыпь. Туда. И правда, что одно ведро осталось. Ну и да ладно, у меня и так ноги болят уже. Я набрала вон, как муж сказал, ужавок. Это мои пидубни. Ну, это не ужавки. Будешь есть их. Я их перекручу на котлетки. Сделаю себе одну большую котлету. Сделаю одну себе большую котлету. О, маслята красивые. Это те, что ты мне кинул, 2 штуки. Да? А может это я собрала? Ой. Так что не с пустыми руками, люди, не с пустыми руками мы едем домой. Еще не едем. Мы еще не едем, едем дальше. Едем дальше лес. Давай перекусим сначала. Да, надо поесть. Рыбы утрамбуются. Ну, конечно, утрамбуются. Ведро. Ведро себе муж освободил. А я вас чтобы. А у меня пакетик есть эти, одноразовые. Возьму свой себе пакетик. Я все равно много грибов не собираю. О, какая красота. Да, грибочки. Вот тебе пакетик.